проходить у стінах Національної опери 4-й міжнародний юнацький конкурс-фестиваль класичного танцю «Гран-прі Київ 2018». Щоразу ми долучаємо до перегляду конкурсу-фестивалю дітей із різних категорій. Цього року це особливі дітки, це діти із ліцею Івана Богуна, також сім'ї учасників АТО та діти зі Сходу України. Достаточно сильные участники были. И когда видишь, что к нам приезжают хорошие танцовщики юные, усталость уходит. Поэтому мы только получаем удовольствие и наслаждение. Жанр класичного балету, він потребує великої роботи з дуже юного віку. І ті юнаки і дівчата, яких ми бачимо зараз на сцені, які сьогодні будуть отримувати премії, це вже насправді особистості і артисти, повноцінні артисти. Очень много эмоций, счастья, радости, вообще всего намешано куча эмоций. Конечно, мне безумно приятно. Я не могла даже мечтать об этом, что я получу какой-то приз. Я просто хотела поучаствовать в конкурсе, набраться опыта, познакомиться с новыми людьми, с новыми педагогами. Подарок фарфоровые балетки от Владимира Малахова. У меня теперь будут они стоять дома и напоминать об этом конкурсе и о сегодняшнем дне. Это просто невероятно. Для меня это большая честь и большая награда со стороны жюри, со стороны главы жюри Владимира Малахова. Это, высшая похвала и награда для меня. Спасибо большое. Получили награды все. Никто не остался незамеченным. Дети все счастливы, рады. Я думаю, что они сделали шаг вперед в своей карьере, в любом случае, конечно, и в профессиональном смысле, и по узнаваемости, потому что их увидели. Увидели другие страны, балетмейстеры, школы, пригласили. Так что будущее нашего балета есть. Всегда приятно, что конкурс выявляет какие-то новые потенциальные имена. Хочу, чтобы они состоялись и превратились в настоящих звезд. Для меня фестиваль – это прежде всего получение удовольствия от самого танца и чествование балета. Это великая сцена. Вокруг столько сильных танцоров. Мне очень хочется выступить достойно, несмотря на то, что я немного нервничаю. Когда я танцую на главной сцене страны, я чувствую очень большую ответственность за свою страну. Я ее представляю, показываю своим конкурентам, что я могу. Это очень большая ответственность. Когда я вышел на эту сцену во втором туре, я постарался показать максимум, на что я способен. И сегодня я выступаю в гала-концерте. Мне очень хочется приехать в следующем году в Киев на этот фестиваль. Зазвичай ми дуже багато пройшли конкурсів, особливо це ще там на початку нашого навчання. Я програвав дуже багато конкурсів, там третє місце, друге, і це мене спонукало рухатись далі, спонукало дуже багато займатися. Це мене якось так дразнило, так мені було
до цього неприємно, але це спонукає рухатись, мотивує дуже сильно. Просто я в захваті. Я дуже люблю танці, взагалі балет. І ми дуже раді, що нас запросили привітати сьогодні. Коли переможці, музика часу. Поєднується ще з танцями, це взагалі просто неймовірно. Краще нічого не буває, мені здається. Конкурсы очень стимулируют. В конкуренции рождается всегда, мне кажется, ты в конкуренции становишься лучше, а конкурсы — это и есть конкуренция. Вот и все. Да, поэтому я желаю каждому ребеночку все-таки верить максимально в то, чем он занимается, и, конечно, прикладывать максимум усилий к своей мечте, потому что без труда не выловишь и рыбку из пруда. Что школа растет, и очень важно, что много приезжает иностранных гостей. В этом году была и Италия, и Турция, и Испания. И это очень важно. Я надеюсь, что этот конкурс выйдет на еще на более международный уровень. Еще больше пусть приезжает танцовщиков, учеников и учащихся хореографических училищ. Потому что в этом году было 70, я надеюсь, что в следующем году будет 170. О сюрпризах мы пока помолчим, и что будет в следующем году тоже, мы посмотрим. И я думаю, что сюрпризы будут. Конечно, ждите следующего года.